Всем привет! Мы находимся в магазине Desort, и сегодня у нас видеообзор, посвященный виниловой плитке от производителя Target. Коллекцию мы смотрим New Age, дизайн называется Exotic. Давайте посмотрим его поближе, чтобы вы более четко представляли цвет, максимально приближенный к реальности, и фактуру этого дизайна. Это виниловая плитка без фаски. Тиснение здесь не глубокое, и сам дизайн довольно-таки спокойный. Здесь нет годовых колец, сучков и так далее. Просто немножко текстуры дерева. Причем довольно неоднотонный дизайн, в том плане, что есть моменты с красноватым оттенком, есть какие-то прожилки, которые желто-такого оливкового оттенка. Ну и сам дизайн смотрится за счет того, что нет фаски, общим полотном. Для тех, кто не любит, чтобы выделялись отдельные досочки, это ваш дизайн. Кроме того, мы подобрали два варианта плинтуса, которые подходят к этому дизайну. Оба пластиковые. Первый от производителя Royce, нашего отечественного, коллекция Quadra, 80 мм высоты, называется Дуб Фаворит, 312 артикул. Прекрасно подходит, тоже у него есть красноватый оттенок. Здорово смотрится. Второй вариант польского пластикового плинтуса высотой 56 мм. Это Салак, 44-й дизайн, орех 90. В принципе, для чего мы вообще снимаем это видео? Чтобы вам было удобнее смотреть, потому что фотографии не всегда отображают цвет и так далее. Приходите к нам в магазин, задавайте интересующие вопросы, делайте покупки. Всем пока!